начинаем наш митинг. Люди еще подходят. Вот, погода нам благоприятствует. Меня зовут Антон Бенеславский, я буду вести этот митинг. Я член Московской организации «Солидарность». Со мной этот митинг ведет Анна Каретникова, тоже член Московской городской организации «Солидарность». Вы видите, как много разных флагов на этой площади. Выступать будут люди от совершенно разных организаций, с разными политическими точками зрения, но которых объединяют те 5 требований, которые мы сегодня на этом митинге выдвигаем. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы проводим митинг, организованный комитетом 5 требований, которые я вам сейчас прочту. Первое требование – отставка правительства в главе с премьер-министром Владимиром Путиным. Второе требование – роспуск обеих палат Федерального собрания. Третье – проведение свободных и конкурентных выборов. Четвертое – радикальное обновление личного состава милиции и спецслужб. Пятое – прозрачный бюджет на службу народа и на развитие страны. Теперь я сделаю несколько коротких объявлений. Во-первых, друзья, есть люди, которым не нравится, что мы проводим этот митинг. Есть люди, которым не нравится, что нас здесь так много. Вчера на экологическом митинге было достаточно много провокаций, поэтому я прошу всех смотреть не только на ораторов, но и смотреть по сторонам, не начнется ли рядом с вами что-нибудь такое, чего бы нам не хотелось. Здесь не будет никаких экстремистских лозунгов, все, что мы будем говорить, совершенно в рамках закона, и я надеюсь на сотрудничество милиции, которое встречно тоже не будет ничего совершать и провоцировать. Есть много проблем, которые волнуют людей в Москве, проблем, которые волнуют людей в Питере, волнуют людей в регионах. И возникает иллюзия, что эти проблемы можно решать локально. Вот именно с этой иллюзией мы и должны бороться. Потому что неважно, о чем мы говорим, о вырубке Химкинского леса, о засорении Байкала, о терроризме, о безработице, о нищете, о повышении цен на услуги ЖКХ. Любая из этих проблем связана непосредственно с той коррупционной вертикалью, которую выстроил Путин. Кстати, вот так можно поблагодарить, наверное, руководство кинотеатра «Пушкинский», вывесивший такую красивую рекламу за нашей спиной. Город воров. Воровская вертикаль, погрязшая в беззаконии, обезумевшая от крови и вседозволенности. И это все связано именно с Путиным. Это не означает, что если мы добьемся ухода Путина, все наши проблемы решатся. Никоим образом. Проблемы решать нам. И каждая из этих проблем по-своему сложна, потому что чиновники не исчезнут в одночасье. Но эти проблемы никогда не решатся, пока у власти находится Владимир Путин. Именно поэтому нашим главным требованием является именно отставка правительства Путина, уход Путина, демонтаж путинского режима. Долой путинский режим! Здесь активисты «Солидарности» раздают значки цифры 117. Это тоже статья Конституции Российской Федерации, статья, по которой президент может отправить в отставку премьер-министра. Мы прекрасно понимаем, что это благие пожелания, что в стране есть только номинальный президент, не имеющий реально никакой власти. И вся власть по-прежнему находится в руках у Владимира Путина. Отправить Путина в отставку может только российский народ. Только мы с вами, когда нас станет по-настоящему много. По-настоящему много. Власть опирается на силу. Власть пытается запугивать нас. Мы верим в силу ненасильственного протеста. Мы отрицаем насилие, и поэтому единственная возможность добиться успеха – это то, чтобы нас стало много. Когда нас станет по-настоящему много, наш голос будет услышан. Дорога к свободе в России на самом деле не такая далекая. Вот отсюда до Красной площади. Когда мы сможем пройти по Тверской, когда нас станет достаточно много, что ОМОН будет прятаться в подворотнях, жизнь в России изменится. И поэтому я призываю каждого из вас помнить о том, что мы народ Российской Федерации, являемся источником власти. И эту власть узурпировали коррупционеры, люди, которые думают только о собственном благополучии и не думают о России. Таких митингов должно стать много.
12 декабря мы планируем еще одно мероприятие, и каждый из вас может говорить с друзьями, с родственниками, с теми, кому все это не безразлично. Потому что только наша численность, только громовой голос москвичей всей России поможет нам решить нашу главную задачу – освободить Россию от власти этого чудовищного режима. Путина в отставку! Путин – позор России! Здравствуй, мой любимый, родной город Москва! Сегодня, друзья, мы начинаем финальный, последний, обратный отсчет к концу путинского режима! Вы верите в это? Мы сделаем это! Мы сделаем это! Наши слуги народа любят только одно – ездить на своих шикарных, вонючих тачках, которые они купили за наши с вами деньги, вешать на них мигалки, ездить по встречным полосам и ни черта больше не делать для своего народа! Вы согласны с этим? Да! Нам нужна такая дума! Нет! И сегодня мы говорим им одно. Помните, слуги народа, мы не хорьки, как вы думаете, мы не быдло. Мы народ! Мы народ! Мы народ! Мы народ! Мы народ! Власть очень любит говорить обществу, что у нее нет конкурентов. Что вся страна в едином порыве обожает партию «Единая Россия». Готова отдать ей не только свои голоса, но и последнюю рубашку с тела. Этих людей никто не выбирал! Это наглая! Подлая власть узурпаторов! Это стая шакалов, которая силой захватила власть в нашей стране! Они назначают сами себя, выдавая это за свободные выборы. Путин назначил Медведева президентом. Медведев! Назначил Путина премьером. Одной крови. Они запустили в Думу шайку дрессированных пуделей. Мы выступаем за честные, свободные, конкурентные выборы. Поэтому, господин Путин, не будите лихо. Верните народу выборы, гады. Верните народу выборы! Верните народу выборы! Друзья, не надо преувеличивать. Я был за решеткой 3 дня. Но с приходом Путина в России появились политические заключенные. Это не 5, не 10, это сотни человек. Это молодые ребята, сторонники Лимонова, которые совершали административные правонарушения. Им давали по несколько лет. Это Ходорковский, Лебедев, который вчера позорно прокуратура потребовала 14 лет за второй процесс. Позор! 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 Они нас не запугают. Когда Ельцин пришел к власти, что бы ни говорили о Ельцине, я знаю, что здесь сторонники и противники его, но одним из первых указов Ельцина было ликвидировать 5-е управление КГБ. Что такое 5-е управление КГБ? Это управление, которое следило за диссидентами. Это как раз те люди были, которые вторгались в частную жизнь политических оппонентов советского режима. Ельцин одним из первых указов ликвидировал это. Сейчас
сыск намного более масштабный, чем... И мы должны это ликвидировать. Ну, я хочу сказать, что сегодня первый митинг в рамках кампании «Путин должен уйти». Значит, эта кампания началась в марте месяце. Было, значит, обнародовано обращение «Путин должен уйти», под которым до сих пор идет сбор подписей. Мы живем при режиме Путина. Этот режим, режим, который задушил все политические свободы в стране, полицейский режим, это все это было сформировано именно во времена его правления, и сегодня он продолжает существовать. И это не зависит от того, кто будет у власти. Сложилась уже система, и, так сказать, она персонифицирована именно в лице Путина. И поэтому Путин продолжает сохранять рычаги власти в своих руках. И ничего не поменяется до тех пор, пока эти рычаги будут находиться в его руках. Поэтому наша главная задача – отправить Путина в отставку. Ситуация в стране продолжает последовательно ухудшаться. Идет наступление на гражданские права россиян. Путинский режим последовательно ликвидирует конституционные свободы. Это реакция общества, пусть пока еще не столь сильная, на ухудшение уровня жизни и на очевидный разрыв между виртуальной картинкой, которая показывается по телевидению, и реальными событиями, которые происходят в жизни каждого человека. Любой митинг так или иначе влияет на ситуацию. Другое дело, что не стоит переоценивать, конечно, это влияние, но без этих митингов ничего не будет вообще происходить, поэтому важно мобилизовывать людей, важно показывать им какую-то перспективу, важно, чтобы они понимали, что нас на самом деле гораздо больше, чем пытается представить власть. И поэтому, на мой взгляд, даже пусть не самые многочисленные митинги, они являются необходимым вступлением, такой прелюдией к митингам более массовым. Вы никогда не соберете митинг в 50 тысяч, если сначала не будет митингов в 1000 человек, потом в 5 тысяч человек. Люди должны преодолевать страх, люди должны преодолевать апатию, люди должны поверить, что от них что-то зависит. Ну, я считаю, что это очень знаковое событие. Я надеюсь, что это знаковое. Я буду все делать, чтобы оно стало знаковым событием для Москвы и для страны.